Всем привет! Предновогодняя суматоха и предвкушение праздника у многих вызывает ощущение радости и счастья, но не у всех. Некоторые начинают думать о том, что за прошедший год их жизнь никак кардинально не изменилась. Они чего-то не добились, чего-то не сделали и начинают сожалеть. Сожалеть, грустить, ощущать подавленность. И при этом человек не обязательно должен быть депрессивным или пессимистом. Просто бывает такой период, и он бывает у каждого. Я хочу вам подсказать, что можно сделать в такие моменты. И не обязательно под Новый год, а в любой месяц в году. Люди забывают про слово «благодарность», а ведь это одно из самых мощных и самых замечательных чувств, которые можно испытывать. Если вы будете начинать или заканчивать свой день с мыслями о том, за что вы благодарны, не обязательно три вещи благодарности, которые часто советуют в книгах по психологии, а просто вот о чем-нибудь задуматься, за что вы благодарны за этот день или постоянно благодарны, это уже дарит очень уютное ощущение тепла дома. Возвращаемся к Новому году. Попробуйте на листочке или в блокноте, не обязательно специальном, подвести какие-то итоги и написать о том, за что вы благодарны. Благодарны родителям, себе, природе, обстоятельствам сложившимся, Богу, если вы верите, кому угодно. Главное — это ваши ощущения. И тогда, если даже действительно этот уходящий год не оставил каких-то мощных следов в вашей жизни, не изменил ее кардинально к лучшему и вообще прошел серо и незаметно, вам все равно не будет казаться, что год прошел зря и что вы ничего не сделали. Я хотела бы с вами поделиться своим списком благодарностей. Я благодарна каждый день своим родителям за то, что они у меня понимающие, добрые и вдохновляющие. Благодарна за то, что я сильная и здоровая и на многое способна. Благодарна за то, что чувствую любовь к своему лицу и телу. Благодарна людям, которых встречаю, которые меня окружают, и моим друзьям за то, что я очень много смеюсь. Благодарна Вселенной за то, что у меня есть вкус и таланты, над которыми я работаю и которые развиваю. И благодарна любимому человеку за то, что я знаю, что такое любовь и чувствую ее каждый день. Попробуйте составить такой же список. Вы почувствуете, что ваша жизнь замечательная. Спасибо, что посмотрели видео. Всем пока!